Привет, уважаемые друзья, я играю теперь в новую игру, это уже идет уже 10-й, можно так сказать, 10-я часть, ну, номер 10, пастырь, ну, можно так говорить, все во мном. Добро пожаловать, Strike of a Garfield 3, прохождение игры по поводу уличные бои 3. Ну, здесь есть описание, можете сами читать, здесь, в принципе, Алекс, от своего друга, доктора Зана, я узнал, что синкратор мистер Икса вновь собирается вернуть контроль над городом, подменив мэра и его окружение роботы-клонами. Плюс к всему, куда пропали шеф, полиция и жители города панику, без слуха, взрывы, повсюду бомбы. Я думаю, что здесь также дело рук преступного сутика. Адам очень занят и не может приехать на него брат Кейт, а согласился помочь ему доктору, взрывы нашу помощь Алекс. Ну, да, читайте, я не быстро. Игрока можно играть, а, к сожалению, я буду играть, естественно, буду играть один, потому что, ну, вы читали, здесь можно вдвоем, только нужно подключить еще один джойстик из PlayStation 3 для двоих, это не сможем играть вдвоем, ну, будем играть, а, естественно, по очереди будем, естественно, ну, играйте, я буду один пока, мой брат только что приехал в гости, вот, Blaze. Как всегда. Ой. Я забыл. Здесь направление не надо. Наоборот. 6, 5, 4, 3. Фу, успели. И еще бы чуть-чуть. И бабах. Нам просто повезло. Что мы нашли эту бомбу? Алекс. Что будем делать дальше? Зан был прав насчет бомбы. Может быть, он и прав и насчет роботов. То есть насчет роботов. Но чтобы померить, я должен увидеть их, ну, свои собственные глаза. На века вместо бандиты, что-нибудь знают. Алекс, мне очень жаль, но что ты не веришь мне? Но у нас нет времени на разговоры вперед. И правда, нет времени на разговоры. Итак, первая стадия. И мы, ребята, начинаем драться, как всегда, как обычно. Я за девушку, так всегда, как в предыдущей части, и на уже за девушку. Приемы, в принципе, те же, используются, как и со второй части. Но просто немного здесь немного поменялось в том, что... цвет одежды и... ну и так далее подобное. В принципе, все уже знают, такое вот, ну... ну, нам даже такое можно победить, но... Ух ты, выращиваться даже можно, ребята, здесь еще. И то же самое, такая же управление. Надо же играться, такое это вверх и вниз. Просто перекат. Сегодня мы, да, тоже, ну, подойдет, наверное.
интересно. Ай. Но управление те же на антенне бейсбол. Бейсбольный бит. Значит, а, во время использования могут даже ломаться бит. Да-да. Вот тебе. О, они с пистолетом, нечестно. Переход нельзя. Надо их мочить. Все, не хома. Ребята, я использую так же, как сюда ничего нет. Ну, не настроил, не настройки, там, попытки и все такое. Как всегда, как обычно. Насчет третьей части, в принципе, все то же самое, что и это. Что и второй час. Просто в третьей части. Единственное, что можно использовать свое оружие два раза, потому что больше не стоит. Ой, я забыл, что надо перехватить. Наоборот, от себя. Еще рано. О, жрачка. Здесь пусто. О, чё-то подачу. Я люблю иногда использовать на
Следующий будет то же самое, но сейчас пока мы не удивимся, как это было. Пока что. Давайте мне делаем на... Смотрите, кто у нас тут маленький. Сам я не появился. Шива. Крутой ты у нас такой. Ты ж меня ударил, ты не дал, кстати. Ты крутой, да? Ты крутой, да? Итак, мы против, да. Мы еще с ним встретимся в финале, наверное. Ну только засчиталось только за Алекса место. Здорово. Мы разделились с ним. Может быть, разобрались. Здесь иногда такое текста такое. Я знаю, что нам делать. За мной. Нам нужно поторопиться. Да. Знаешь,
Thank you.
А, это палка, а не бейсбол. Понял. О, жизнь. А, нет, все-таки все равно это есть. Второй, просто дальше. Ребята. Занял. Ну что ж, ребята, игра окончена. Большое вам всем спасибо. Пока и до свидания.